И прямо сейчас эту тему обсудим с нашим гостем в студии «Воскресных новостей», журналист и директор телеканала ТВК Вадим Востров. Вадим, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Ну вот первый вопрос, который возникает. История началась не вчера, даже не год назад. Пытались каким-то образом руководители частных телеканалов донести сигнал, что они оказываются выброшенными, что нужно как-то эту проблему решить или нет? Ну, конечно, эта история началась еще в 2009 году, но в 2012 еще мы писали 50 руководителей крупных региональных компаний, писали письмо Медведеву, где все это было рассказано, получали какие-то отписки. Потом наши коллеги через Общенародный российский фронт пытались донести эти же мысли до Владимира Путина, имея в виду, что ну, он-то не знает. Вот если бы Путин знал, как у нас любят говорить, что ну, царь хороший, бояре плохие. Поэтому все это, конечно, делалось. Потом я уже перестал этим заниматься, потому что в какой-то момент стало понятно, что ну, такие решения на уровне министерства не принимаются. И каждый вот год, приезжая на конференции профессиональные, я обращал внимание, что мы оказывались в такой шизофренической реальности, когда, ну все же помнили, там, что Путин и Медведев каждый год говорят, что надо экономику развивать, должна она быть конкурентной, не надо монополизировать рынки, надо снижать административные барьеры, они говорят об этом каждый год. Мы приезжаем на конференции и видим ровно противоположное по всем пунктам. То есть, начиная от административного давления, заканчивая уничтожением инвестиционной привлекательности, конкуренции и так далее. И, ну, потом люди к этому привыкли. Я вот смотрел на своих коллег, да, они к этому привыкли, они уже не воспринимали. Ну, люди что-то говорят. Uh-huh. Это как, не знаю, вы помните, я-то хоть человек не пожилой, но я помню еще Брежнев, когда выходил на съезде партии, говорил, экономика должна быть экономной. Ну, и все хлопали, никто же не воспринимал это всерьез. Ну, какая, что значит экономная, да? Вот так же и здесь. В какой-то момент просто это уже стали общие слова, на которые никто не обращает внимания. Все понимают, что это такая двойная реальность просто. Ну, вот это же длящаяся история, вы сами сказали, с 2009 года. А за это время удалось хотя бы для себя ответить? А вот эта цифровизация, это про экономику, то, что мы слышали про монополизацию рынка, или mm-hmm. про политику? Про что это вообще? Ну, я понимаю этот вопрос, честно говоря, не знаю, потому что, с одной стороны, конечно, региональные компании не являются какой-то проблемой для федеральной власти, тем более не так много независимых компаний. С другой стороны, я вот смотрю на повестку, да, федеральных каналов и понимаю, что, конечно, местные каналы, они все-таки рассказывают про реальную жизнь людей, то есть цены растут, не знаю, ЖКХ, пенсионная реформа, а федеральные каналы больше как-то рассказывают про внешнюю политику, про то, что все хорошо. Если мы вспомним там федеральные ток-шоу, то, ну, когда последний раз они, вот сейчас был сюжет про экологию, да, и что-то я не помню федеральные ток-шоу на тему экологической обстановки в российских mm-hmm. городах или рост цен, например. Вот рост цен по всем социологическим опросам – это вообще проблема номер один для граждан Российской Федерации. Я не знаю, вот, может, невнимательно смотрю, вы вот видели на федеральных ток-шоу про рост цен что-нибудь? Нет. Я вот видел, например, про Америку, про Украину, про Сирию, да, мы это видим каждый день, они уже там измеряются даже не десятками, не сотнями, тысячами. Поэтому сам факт, что мы рассказываем про реальную жизнь, оно, конечно, нас противопоставляет. И такая путаница рождается. Я вот такое мнение слышал как раз про пенсионную реформу, когда мы делали большой репортаж, и мне там знакомый сказал, ну, у вас такой был оппозиционный сюжет. И я понимаю, что у людей каша в головах, потому что оппозиция вообще это люди, которые там борются за власть. А когда мы называем там вещи своими именами, это уже на фоне вот федеральных каналов выглядит чем-то оппозиционным. Хотя как, чему можно оппонировать? 90% людей не приняли пенсионную реформу. Да? В этом смысле мы оппозиция чему или кому? То есть просто уже проговаривание каких-то правдивых вещей частью людей воспринимается как что-то такое крамольное или недопустимое. Это какая-то вот ненормальная повестка. Но я думаю, что тут есть, конечно, тема лицемерия. Мы привыкли к тому, что у нас вот недавно было интервью у политолога Валерия Соловья. Он сказал о том, что одно из свойств важных российской элиты сегодняшней – это, конечно, цинизм. Mm-hmm. Мы это видим каждый день, когда Клишас, там, имея дом в Швейцарии, говорит о закон, вносит о неуважении власти. Да? Или когда там, Соловьев, пропагандист, рассказывает про Европу, имеет там, дом там, на озере Кома. Mm-hmm. Или когда Брилев является подданным Великобритании и одновременно рассказывает про козни Запада. Но это, к этому как-то все привыкли. А вот тема
более серьезная, о которой я бы в связи с цифровизацией хотел сказать, это тема Российской Федерации, что мы не имеем, к сожалению, Российской Федерации вот в прямом смысле этого слова, потому что по Конституции у нас федеративное государство. И вообще-то регионы должны хоть на что-то влиять. И вот мы так доукрепляли вертикаль, что теперь какая-то группа людей, чиновников в Москве, да, решает, что нам смотреть здесь, в Красноярске. Что показывать, что не показывать. Да. В какой момент мы вот отдали им вот это право, я, честно говоря, уже затрудняюсь сказать. Это не тема 90-х и сепаратизма. Это вообще нормальный, должен быть нормальный политический процесс, когда люди, живущие вот здесь, вот на нашей территории, они должны хоть что-то решать. Тем более вот владелец телецентра Юсьма говорит, что проблем нет. Их на самом деле нет. Ни с техникой, ни с деньгами, ни с чем. Просто какие-то люди говорят, нет, мы вам не разрешаем. А в этом смысле какая разница, по каким причинам они это делают? Они это делают из каких-то своих соображений. Но, тем не менее, цифровизация идет, завершается. На нее потрачена там, рекордная сумма там, под 70 миллиардов рублей. На этой неделе на сайте tvk6.ru вышел ваш материал, в чьих интересах происходит переход на цифровое ТВ. И в ней вы затрагиваете еще одну тему про то, что рост экономики, который есть по официальной статистике, который жители не чувствуют обычно, и о связи с как раз развитием цифрового вещания. А вообще в этих темах что общего-то? Ну, это просто как пример. Понятно, что экономика – это такая сфера сложная, да, но если вот на пальцах попытаться объяснить, ну, потратили, там, как вот было сказано там, в сюжете, 63 миллиарда, а реально со всеми дополнительными расходами под 80 миллиардов. Да? И как это влияет на российского человека? Ну, если вы смотрите, как 80% людей в кабеле телевидения, никак не влияет. Если вы вынуждены покупать приставку там, да, или менять телевизор, вы тратите деньги, это делает вас беднее. А кого делает богаче? Богаче делают там, владельцы федеральных каналов, те, кто монополизирует рынок. Да, ну, наверное, у них становится денег больше. В этом смысле на бумаге, раз такие деньги потрачены, на них закупается оборудование, что-то происходит. Но если в результате цифровизации не происходит в отрасли позитивных вещей, если не улучшается климат инвестиционный, если не возникает конкуренция, да, то эти деньги потрачены просто так. Но на бумаге рост есть, но к реальным людям это отношение не имеет. Поэтому люди и видят, люди не верят, что ВВП растет. На самом деле он растет там, за счет оборонки, за счет, за счет монополий, за счет вот, госкорпораций. А люди этого не чувствуют, потому что, ну, он, как я написал, он растет у того, у кого надо расти ВВП. Да. Ну вот я просто представляю, сейчас смотрят многочисленные зрители там, ТВК и спрашивают, а нам-то сейчас что делать, чтобы смотреть не только вот те 20 федеральных каналов, большинство из которых контролируется государством, чтобы продолжать смотреть местные телеканалы, быть в повестке, не слушать только про Сирию и Украину. Что им нужно сделать, чтобы продолжать смотреть местное, свое и близкое и понятное? Ну, мы уже говорили неоднократно, что в июне будет отключено федеральное аналоговое телевидение. Местные каналы, как утверждает министерство, выключаться не будут. А мы исходим из этого. В этом смысле те люди, которые принимали там, на какие-то свои телевизоры, и их качество устраивает, они могут и дальше принимать. Но понятно, что если вы хотите смотреть федеральные и местные, у вас старый телевизор, да, то вам проще вот в нашем случае, чтобы видеть и те, и другие каналы, подключиться к кабельным операторам. Я уже сказал, что более 80% красноярцев так и сделали, потому что это удобнее. Да? Поэтому, если вы покупаете приставку, понятно, что вы смотрите только федеральные каналы. Когда вы видите рекламу «Купите приставку», вы будете видеть 20 федеральных каналов. Если вас это устраивает, то там, ради бога. Если вы хотите видеть местные каналы, то либо смотреть в аналоги, либо подключаться на кабельных операторов. А в свою очередь у кабельных операторов должны быть местные каналы. Это отдельная тема, потому что закон, который пролоббирован федеральными игроками, говорит о том, что кабельные операторы должны показывать двадцатку, да? А нас не должны, поэтому мы еще должны договориться с кабельными операторами, это отдельная история, ну, здесь есть определенные проблемы, но мы их решаем. Поэтому, конечно, у нас и у ТВК, и у других каналов большое количество рекламодателей, зрителей, у нас большие группы в интернете, в социальных сетях, и в этом смысле, конечно, никто не собирается уходить там с рынка. Более того, мы в ближайшее время собираемся переходить на HD-качество, чтобы в кабеле у людей была возможность смотреть ТВК в HD-качестве,
чего не могут себе позволить даже некоторые федеральные каналы. Поэтому мы работаем, и если не будет прямого запрета, мы будем продолжать работать. Но ведь многие, особенно из взрослой аудитории, помня советские времена, сейчас скажут, что вот кабельным операторам пойди, они заставят платить даже минимальную сумму, и что телевидение обязательно должно быть бесплатным. Бесплатным я тоже такое мнение встречал, действительно, из советского прошлого. Тут, конечно, надо разочаровать вот этих людей, которые так думают по поводу бесплатности телевидения. Это какая-то огромная иллюзия, потому что на содержание федеральных каналов из федерального бюджета, это, в общем-то, наши деньги в федеральном бюджете, это же не чьи-то деньги, тратятся ежегодно миллиарды рублей, и каждый год эта сумма увеличивается, поэтому телевидение не является бесплатным, а более того, оно является одним из самых дорогих в России. Люди платят за телевидение больше в пересчете на одного зрителя, чем где бы то ни было. Мы чуть ли не рекордсмены в мире, потому что мы действительно очень много тратим. Поэтому телевидение уже не является бесплатным, но я еще раз говорю, если люди не хотят платить 150 рублей кабельным операторам, да, мы не должны говорить или я не готов говорить, вот вы обязаны. Конечно, никто никому ничего не обязан. Если вас устраивает то качество информации и та повестка, которую дают федеральные каналы, ради бога, просто практика показывает, что большинство взрослых людей, взрослого населения все-таки нуждается в местной информации, поэтому количество зрителей у местных новостей не уменьшается. А если мы говорим про молодежь, кстати говоря, она уже не смотрит и не местные телевидение, не федеральные, потому что они находятся в YouTube, и это дает определенный оптимизм, потому что, несмотря на то, что я работаю на телевидении, а не в YouTube, но тем не менее люди, которые находятся в интернете, их гораздо сложнее зомбировать, и в этом смысле это открывает какие-то перспективы, пусть и не ближайшие, но тем не менее хоть какие-то перспективы на то, что в стране что-то будет меняться. Спасибо большое, что пришли в нашу студию, отвечали на наши вопросы. Вадим Востров, журналист и директор телекомпании ТВК, был сегодня в студии.